Дождливый фронт подпортил начало выходных ни одной мозырской семье. На смену жаре 28 и 29 июля пришли затяжные дожди. Всего в городе за два дня выпало 73,1 мм осадков, что составляет почти 78% от месячной нормы. Прохожим, оказавшимся в это время на улице, не помогали ни дождевики, ни зонтики. С потоком воды с трудом справлялись ленёвки. На дорогах машины практически плыли. Непогода едва не стала причиной переноса футбольного матча между Славией и Неманом. Но общими усилиями игровое поле освободили от луж. Весь масштаб дождевой трагедии можно оценить по фотокадрам из соцсетей. Кстати, по данным Мозырского гидрометцентра, рекордсменом по дождю стал июль 1990 года. Тогда за день выпал 91 мм осадков. К счастью, в начале этой недели вновь вернуло солнце. Дождей прогнозируется по минимуму, а вот воздух прогреется до температуры 36 градусов.